трудности – это не преграды, а ступени вверх. Каждый раз, когда я сталкиваюсь с испытанием, я понимаю, что это возможность стать сильнее. Важно не бояться ошибок, ведь именно они учат нас. Когда жизнь бросает вызов, я стараюсь смотреть на это как на шанс научиться чему-то новому. Каждый шаг, даже самый трудный, приближает меня к цели. Верь в себя, даже когда кажется, что все против тебя. Проблемы – это не конец, а начало нового пути. Главное – продолжать двигаться вперед, и тогда ты увидишь, как растешь и развиваешься.